Всем приветики, утро четверга, я недавно проснулась, подошла к Вафельке и поняла, что мне надо закончить дела с ее жилищем. Думала, она получит, валяйте. Ползай давай, гуляй. А дела такие, папа сделал ограждение, чтобы она не рвалась на выход, загородил стенки, вот это стекло. А я нашла вот такую вот оберточную бумагу, это мы покупали с Дуняхой на 8 марта, по-моему, или в феврале. На ее мамы день рождения, она нам не пригодилась. Есть у меня еще немножко другая, поэтому я хочу сделать более, как сказать, красиво, современно. Папа подал идею, а я сейчас буду продолжать. И вот какая красота получилась. Мало того, что практично, еще и красиво. Спасибо папулькину за такое ноу-хау. Пошла вылавливать вафельку. Черепах выловлен. Надеюсь, ты не будешь рваться в цветочное поле. Смотри, какая у тебя красота тут, вафелька. Ой, обалдеть. Вот, сиди теперь и любуйся. Посмотрите, как она нюхает розу. Поглядите. Это говорит о том, что черепахи отличают цвета. Если бы у нее было все черно-белое, она бы не обратила внимания на всю эту красоту. Значит, мы отличаем цвета. Да, вот установлено экспериментальным способом. Да, вафелька, понюхала все? Нюхай еще. Ой, как роза пахнет. Ай-яй-яй-яй-яй. А я делаю необычный для себя фреш. Я такой еще не делала. Во-первых, у меня завалялась в холодильнике мандаринина. Вернее, нет, апельсинина. Она вся скукожилась сверху, но внутри она нормальная. Я ее порезала на кусочки, утопила там. Это розмарин я вчера в ленте купила. И вот это вот тетя Клавина ягода, которая была замороженная. Сейчас она у меня размороженная, я ее потихоньку ем. Вишня, конечно, кислая. И, наверное, я ее буду добавлять в компотик. Но сок с вишни и с клубники я добавлю в свой фреш. Пускай это все дело настоится, потому что мандаринка должна пустить сок. Розмарин должен дать свой запах. И посмотрим, что у меня получится. Вот еще что. Вспомнила, что у меня есть лимончик. Добавлю еще туда лимончика для ассортименту. Пусть будет побольше компонентиков и повкуснее получится. Вчера, кстати, с Алиэкспресса получила я носочки. Заказывала их еще до отпуска. Такие клевые носочки. Вот они. Чтобы вам поярче их показать. То есть внизу они плотненькие. Сверху они вот такие красивенькие. Стоят всего лишь... Ну, вот я брала по 295 рублей за 10 пар. 10 пар. Это получается пара 30 рублей, грубо. Грубо, вы знаете, сколько это. Вот, за 30 рублей такие классные носочки здесь нигде не купишь. Поэтому, девочки, если кому-то интересно, ссылочку на эти вот носочки я оставлю внизу в описании. Тут стоит у них как будто бы 580 рублей, потом якобы скидка 50% и 290. Все это ерунда. Они у них как были по 290, так и есть. Это вот замануха просто. Гляньте, разные цвета, есть разные вот варианты этих носочков. Ну, классные, классные вообще. Подстанники с кроссовочками, с туфельками, кто как любит. Гляньте, какие хорошие. Хвастаюсь и делюсь ссылочкой. А у меня в машине закончился газ, да и бензина маловато. На газовую заправку я заеду по-любому. Посмотрю, может, заправлюсь и бензинчиком по ходу. Вот, кстати, какого я цвета получилась после покраски. Позавчера, по-моему, красилась. Еще мне на кухне острая нехватка одной кастрюли. Одной, большой. Поэтому заеду в твой, посмотрю там кастрюльки. Может, себе выберу что-нибудь для своей кухни. Потому что не хватает точно. 100% она мне нужна еще одна. У нас накрылся керхер. Муж повез его в ремонт. Потом у него уезжает друг. Думала, он едет, пенсионер куда-то там в отпуск на все лето, поехал ему еще что-то помочь надо. Короче, каждый занимается своими делами. Вот соседка с нашего подъезда, тоже, наверное, ей под 80 лет, только что с ней разговаривала. Едет она отдыхать на все лето и до самой глубокой осени в Курскую область. Вот, пожелала ей здоровья, хорошо отдохнуть. Да и правильно, что тут в Мурманске сидеть, если есть куда выехать. Вспомнила, что карточка лукойловская у меня у Коли. В отпуске заправлялись по моей карточке тоже, чтобы мне бонусы, баллы шли. Сейчас позвонила ему, заеду в гараж, заберу у него свою карточку. Немножко подкопили мы бонусов.
заправками. Заехала в один гараж. Коля у нас оказывается в другом гараже. Дмитрич тоже купил гараж там, где у нас второй гараж. Я все перепутала. Вон прицеп Дмитрича. Вот он. Там что-то ему электрику делают. Сейчас электрику сделает. И он поедет грузиться в другой гараж. Короче, не знаю, заеду за карточкой или нет. Сейчас поеду на газовую заправку. Раньше здесь была бензиновая заправка. Но, видимо, не рентабельно. Ее закрыли. А газ нужен. Много машин на газу у нас ездят. Пропан, огнеопасно. Ну привет, собака. Ты что такая лохматая вся? О, ой, ужас. Здравствуйте. Ой, что вы раздеты это? Тепло. Нам у Рубанчана ничего не страшно. До полного. Наличные карта? Знаете, карта. Ага. Ох и пес, ох и пес. Кто тебя подстриг? Сейчас на заправке насмеялась, подошла рассчитываться. И значит, ну тишина такая, сидит женщина, просто так вот все нормально. И такой звук рядом с ней. Я такая говорю, это что было-то? Она говорит, не мне, а говорит куда-то. Говорит, Зая, у меня вообще-то клиент стоит, а ты тут пугаешь человека. Короче, видимо, она или по громкой связи, или по вайберу, или как она там общалась с кем-то, со своим Заей. Этот Зая то ли зевнул, то ли издал какой-то звук, но он меня напугал. Ну, когда я уже поняла, в чем дело, это уже было смешно. Посмеялись и она, и я. Прямо что настроение поднялось после этого. Забрала карточку, еду к Саньку, потому что у моего мужа в этом гараже нифига нету. А у меня страшно скрипит моя дверь, вот эта вот водительская. Сейчас у Сашки найдем, чем помазать мне ее. Какой-то тут он сказал стабилизатор. Ну мне все равно, лишь бы не скрипело. Че, пальцем будешь мазать? Зачем? Блин, ну палочкой какой-нибудь. Да, палочкой, пачку. Палочку шелка пачкать, а пальцы нет. Че, подержать или что? Не надо, зачем держать? А тоже достала, не могу, стыдно, блин. Станешь где-нибудь, она какая-то ржавая дверь. Пиум, пиум. А расход на газу намного меньше получается? На газу, ну, расход больше, но по деньгам выходит меньше. Ну так вот, что я тебе зачем говорю. Потому что газа уходит больше, но газа дешевле. О, другое дело, прям невозможно, а. Давай еще тут помажу. Нет, знаешь что, это я не знаю, какую из этих дверей, но это, наверное, не помазать надо, вот эту, иди сюда. А может помазать, она, видишь, как вот открой сам своими руками. Видишь, а она это как? Ответь, ее мазать или... Это или... ответь, да, я сейчас намажу тут. Ну, помажь хоть что-то. Я сейчас туда ведешки тебе наляпаю тоже. Может, немножко полегче будет открываться, она как будто сложно ее открыть. Давай еще правую переднюю. Давай уж, раз мажем все подряд, да, пока пальцы грязные. Могу на сиденье тебе намазать? На сиденье спасибо, не надо. А что? Я чуть-чуть. Ага. Ты ставь в магазине где-нибудь, выхожу, у меня сзади это, что люди подумают? Ага, и в белых штанах особенно, да-да-да. А что подумают? Это будет круто. А ты в отпуске сейчас, что ли? Да. А это твой, это транспорт-то или что? А? Твое? Это мое, да. Это ты купил? Да, я хочу вот тут все доделать, поставить двери полностью, борт уберу, а сделаю будку домика колеса. А, ну. А тут утеплю все, и будет у нас домик. Слушай, ну классно, тут на рыбалку ездить, да? Скамейки сделают там и там, А сколько лошадей мне? Ну тут же увозят, да? 80, да мне хватит. Да и хватит, но... И больше не надо. Нормально. Да мне там редко кто ездит сзади. Девка молодая? Какая? Которая садится. А мне, я только мужиков вожу. У меня девки-то редко ездят. Одни мужики катаются у меня. А мужик молодой? Мужики. Не знаю, ты молодой или нет. Такие, как ты, старше. У меня редко кто из женского пола со мной ездит. То Дмитричи, то Акимычи. А. Кого я тут? Катаются. Я ездил. И ты ездишь. Да. О, пошла чуть полегче. Чуть-чуть, не совсем, но полегче. Ну что, легче, да. Тут же вообще не открыть было. Что ты потерял? Там открыто, неси. Давай открой. Коля рыбу Сашке накоптил. Молния не работает или что?
Что не работает? У тебя молния не работает. Не работает. Вон, видишь, дверь нету. Ну, так надо или в ремонт, или куртку новую покупать. Что так ходить-то? И это ограничитель пищал у нее. Я не у нее в машине. Говорю, на сиденье давай намажу. За подлом не хочет сделать. Бабла-то на сиденье намазать. Давай мне, выкидывай все. Это не я, это на самом деле. Ну, возьми, может, тряпочку, руки вытереть. Не надо мне, у меня есть. А это что за бусурманы? А местные аборигены, это соседи по гаражам. Увидели, что Сашка возится с чьей-то машиной, а машина-то женская. И любопытно пришли посмотреть, а стали вроде как болтают, а на меня косятся. Эх, мужики. Ладно, бензина мне хватит. Крутиться я уже не буду, потому что попасть мне на заправку, сейчас надо такой круголя опять сделать. Поехала-ка я за кастрюлей себе. Еду по абсолютно пьяной дороге, чуть не отлетела камера. Ужасная, просто ужасная. Ну, машины здесь ездят, потому что так гораздо ближе. Так, взять правее, хоть одним колесом по ровному поехать чуть-чуть. Левой рукой рулю, правой держу камеру, чтобы не слетела. А вот голубятня, я уже ее показывала, только почему-то голубей не видно. Уж их закрывают, потом выпускают. О, девушка затягивает, как колеса, или женщина, ну, молодчинка. Есть женщины в русских селениях, не то что некоторые мужчины носы всем подотрут, оботрут и за пояс заткнут. Вот Лена стихами заговорила. Все, купить колери диски местные. Что за ценник на нее, в упор не вижу. А вот он, нашла. Красненькая, правда. У Коли чай кончился. У меня-то полно разных, а у него нету. Надо купить. Возьму гринфилд по скидке аж. Ну и все, пошла за кастрюлей. Мне надо литра 3. Либо вот это вот. Либо вот это. Сколько тут? А здесь 4 литра. Вот это лучше даже 4. А вот 4 литра есть такая. Иди-ка сюда, там. А, нет, 3 литра. 3 литра. Даже не знаю, что выбрать. Либо больше, либо такую. Ладно, возьму тушу побольше. Большой. Я каши варю, смотрю видосики одновременно. Уже поставила в новой кастрюле вариться бульончик на борщик. Себе варю пюреху. Это зажарка тоже на борщик у меня в сальце, пока и лучок. Сейчас пожарю Коле котлеты рыбные. Вот у меня тут фарш щучий, который вчера крутила. Каляки-маляки сварила рису. Пусть трескает свой рис. Лена пюре любит. Пока я собирала банки Дмитричу, он едет завтра в отпуск. Это Дмитрич, который подкармливал меня грибами. 2 коробочки банок сложила. Я все думала, у меня банок много, ничего подобного. Папа молодец у меня, собирает банки, отвозит в гараж. Они пригодятся, я уверена. Так вот, пока я там копалась на лоджии, приехал Коля с гаража. Поел щи со свежей капусты. Попил чаю. Помыл за собой тарелку, чашка, как обычно, на столе, фантики, как обычно, на столе. Ну, тут не переучить человека, ну никак же.